Приветствую, уважаемый зритель, на канале Dive Ukraine Film. Небольшой ролик о нашем погружении в затопленном пятихатском гранитном карьере. В группе два новичка осуществили свое первое глубокое погружение в рамках курса Deep Diver и впервые увидели красоты подводной Украины на глубинах более 20 метров. Главная подводная достопримечательность карьера – это экскаватор, стоящий на самом дне, на глубине 39 метров. С одной стороны к нему привязан ходовой конец, ведущий на ковш, а с другой стороны ходовой конец, ведущий на платформу, камнедробилку и вышку. Но туда продолжать погружение можно только при достаточном запасе дыхательных смесей и при наличии соответствующей сертификации. Наши юные дип-дайверы активно проходят вокруг экскаватора, знакомясь с новым для них объектом. Мы направляемся к затопленному ковшу. Огромный ковш экскаватора лежит на дне на глубине 38 метров. Для понимания размеров, длина черепашки 10 сантиметров. Чтобы не нарушать допустимые пределы в этом погружении, мы двигаемся в сторону стенки и начинаем медленный подъем. Наши новички успешно справились с поставленной задачей и осуществили успешное глубокое погружение. Пятихатский гранитный карьер. Настоящее название – Савровский гранитный карьер. И находится он недалеко от села Каменное Пятихатского района. Координаты карьера есть в описании к ролику. Также я их разместил в конце ролика. Можно сказать, что этот карьер – это Красное море в миниатюре. Ну, в смысле прозрачности, но не по температуре воды. В большинстве случаев видимость составляет 20-30 метров. Максимальная глубина карьера – 39 метров. Направляемся в сторону выхода и наслаждаемся подводными пейзажами необычной красоты, местными обитателями и интересными подводными инсталляциями. Приглашаю вас насладиться этой красотой. Не забывайте оценивать ролик и подписаться на канал Dive Ukraine Film.
Приятного просмотра! Если вам понравился ролик, не забудьте его оценить. И обязательно подписывайтесь на канал Дайв Украина Фильм.